Всем привет, друзья! Перед началом просмотра этого видео я попрошу вас подписаться на канал наших друзей. Ссылочка на канал в описании, но мы начинаем. Сын известной российской поэтессы и певицы, а также исполнительницы собственных песен Татьяны Дрыгиной найден мертвым в квартире матери. По данным канала, тело молодого человека обнаружил его брат, проживающий вместе с ним. По предварительной информации, 28-летний мужчина, проснувшись, обнаружил своего 18-летнего брата без признаков жизни и вызвал экстренные службы. Оба брата проживают в квартире матери, поэтессы и певицы Татьяны Дрыгиной. Предварительно молодой человек самостоятельно расстался с жизнью. Причина данного поступка студента-первокурсника выясняется. Друзья, подписывайтесь на наш канал, также на канал наших друзей, все ссылки в описании. И до скорых встреч!